делаем домашнюю кесадилью. Это мой вариант. Вот такие лепешки я в трейдере покупаю их. Он ставил вот такие очень домашние. Вот. Курочку отвариваю, грудку, и потом ее чуть-чуть тушу со сливочным маслом, с бульончиком, в котором варилась, и специи, какие их любите. И вот на волокна, видите, вот так вот сделала, чуть-чуть потушила ее. Лепешку берем, сыр берем, любой какой любите. Обжарила на сковородке со сливочным маслом, с каким любите маслом, перчики и халапеньо еще. И еще добавлю вот этот вот дип немножко для остроты. Первый слой сыр насыпаем, потом грудку, немного перчиков, еще сыр, закрываем лепешкой, а еще между на грудку чуть-чуть капну вот этого дипа очень вкусного. Сверху лепешку и поджариваем, и очень вкусно. О! Вот такая лепешка собралась, вот немножко мы капаем этого дипа. Чипотла она немножко острая, но очень вкусненько, там миндаль перемолотый, специи, и в общем очень-очень вкусненько. В общем, вот совсем чуть-чуть. Потому что делаю для ребенка. Он любит немножко остренько. И сверху сейчас еще сыр и вторую лепешку. Вот такая грильня у меня. Нагрели и закрываем. Вот такая кесадилья. Кесадилья получается из сметанки, очень вкусно. Разрезали вот эти ножки для пиццы идеально. Сочная, чуть-чуть остренькая, сырная.